Короче, всем привет, ну тут такое дело, в общем, Щербинин будет молчать. Ну, ты вообще будешь молчать? Ну, раз на раз. Ну, в общем, иногда он будет говорить, короче, тут Симону нужна тачка, мы сейчас ее, эта серия коротенькая, вот, мы тут после прошлой серии закупились патронами, у меня осталось 73-18 тысяч, Щербинин, тебе сколько осталось? У меня 240 еще. Эх, Щербинин везет. Я увеличенный, я купил ПП, увеличенный магазин для ПП и для боевого пистолета, вот. Штурмовая винтовка мне еще недоступна. Вот Симону тут нужна тачка, мы сейчас ее заберем, я ее пригоню, потом поедем переоденемся, потому что я выгляжу ужасно для своего ста. Сивичок, чтобы было повернуть. Не, Элегия стала намного красивее и интереснее. Господи. Я один думал, что тут что-нибудь есть. Можно забрать мою. По-моему, твоя любимая машина. Мою не хочешь забрать? Нет. Ну, часов как раз. Пускай тут валяется, да? Очень сложно сейчас здесь переждать. Проще, короче, здесь побыть, пока копы. А, тухнем. Стоп. О, фига трек. Чё? А, копы едут. Прям под... А, звук ста... Я не везде. Блин. Не успеешь. Какое палево, валим. Ну, они там врезали стену, это нормально. Какая быстрая так. Машина. Да-да, вот я тоже после всего этого. Ну да-да-да, тут спрятал, тут да-да-да, все идеально. Да, тихо. Знаешь, что я сел за руль. Валим. Что? Сколько мне хп снял? Хрен, так они больно бьют. Чё, Симон приспичил на белый патриот с фарами сверху? Не, ну я не принял, пока он в розыске. Что там? Иду. Может, на них на трахе теперь нет? Так я не знаю, есть ли там? Да, ах, да, кладет за нами ее машину. Кладет рожки. А, они все, они едут. Ну так кататься я представил. Есть другой выезд здесь с трека? Саш, это первый раз. Ну, вообще это первый раз. Я тоже. Там он квадрат, мотоцикл стоит на парковке сюда, и там много. Кажется, что? Что? Спамит подписчик. Здесь-то норм, надеюсь. Подожди, это камеры? Что? Подожди, что это такое вообще? Это может это, типа, лошадей держит. Кстати, да, стол. Типа дерби лошадиная. Ну как он? О, а что так быстро? Так, там перекрасить. Они могут нас видеть и все. Так что, подожди. Успеть надо перекрасить, типа? А как отсюда выехать теперь? Блин. Ну, господи, Щербинин. Только не очень, что сейчас по кольцу надо будет. Я скучу. Не, попью. Правильно, надо еще сейчас разбить ее, чтобы восстанавливать. Сейчас здесь копы катаются. Замысли. По-моему, надо было... А, вон там въезд какой-то на парковку и выезд, смотри. По карте показывается. Я вижу. А как туда попасть на эту парковку? На кофе. Считай. Чего? Патриотка. А, так вот почему он его хочет. Патриот. Не надо было. Тут единственная машина припаркованная. У меня вместо него уже здесь вон другой стоит. Пожарные гвозди он не хочет. Миллиметраж. И опять этот есть стоп, куда он не толкнул. А, да, который не толкнулся. Чего тут катается? Он тоже чуть-чуть спрыгнулся. Он не хотел мне дать сначала завернуть, теперь выехать не хотел. Не, ну чувак. На 7 миллиметров, по-моему. Знаешь? Ты бы знал, как она управляется просто после всего этого. Ты бы знал, что я сейчас делаю. Дрожь? Ну, смотри на... Главное... Она же неустойчивая, пипец. Твоя любимая же, которая тут делает. Тихо. За мандаринку зачем? Миллиметраж уже... Тихо, чувак! Ой, прости. Прям по пузу. Я думал, он выжил. Он лопнул. Это реально. Если на пузо толстого человека наехать, она лопнет. Молчание такое сразу. Я думаю. Да нет. Он представил сам лопнет. Как желешка. Да. И растечется. Ох я. Ты объясни мне, почему я такой сегодня кривой? Проверь на лобчике. Что себе? Или себе. Ого. Ты у меня наедешь, не можешь.
Инициатор на Женин или на твой Хонду какой-нибудь наеду. Вот если проехать так по... Так ты такой уж толстый. Если по Вовчику проехать на моем мотоцикле шипованной резины. Тогда что-то мы, по-моему, жестокие едут. Это все из-за того, что копы за нами сейчас. 423 ремонт. А сколько стоит, если ему продавать? 5000, хорошо, сколько Симон даст? А, только выйдешь потом, а то мне... Угу. Подожди, а... Ах ты наглый какой. Не перекрасил, идиот. Ах ты наглый. Чтоб не царапал. Выйти мне надо. Да. Ах ты наглый. У тебя и так 250 тысяч. И 40. Был самый главный этот, нищий, теперь самый богатый, вы поняли, да? Может, ему еще двигатель претинговать? Я сам чья был, не ври. У меня дома только не было. Че? Может, и не заротил какую бы там. Какой цвет красить? Красный. О, да, все закало дать ему. Как раз говнище пускай это продаст кому-то, не знаю. Я бы не купил такого цвета, как Хаммер. Так. Аккуратно, что ли, съезжаешь? Симо... А? Из горки так аккуратно съезжал только что. Да, подъезд, пожалуйста. Ой, знакомая наша дорога. Помнишь, что машину отсюда гнали уже? Все время надо не... Ну, только вот она реально не управляется, потому что здесь нужно сейчас будет очень аккуратно быть. Мне страшно сейчас быть. Тут надо все на ходу Небось он с флаком едет, да? Странно. Себе, на тебя не похож. На тебя нормально. Надо гонки проходить, мать его. Кто хочет, чтобы я GTA Online снимал один еще, это будет намного чаще. Ставим палец вверх, пишем комментарий. Я всякие гонки проходил, ну ладно. Я думаю, вряд ли вы захотите. Бред, снимать GTA Online, я думаю, ну ладно. Я думал, что ты все это время с флаком едешь, посмотрел, вот это, вот, ты все хорошенький еще. Скоро 60 тысяч подписчиков, кстати. Это было близко, согласись. Щербинин, прям на макушку. Щербинин, можешь аккуратно? Я же на тебя отвлекаю. Сейчас трамвай сходит с рельс, которого здесь нет. Ты можешь не молчать? Скажи хоть что-нибудь. Скажи писька. Сука. Убей свой ликмат. Кстати, стоп, это, по-моему, серия без мата пока что. Блять. Где здесь, пожалуйста, объясни мне, если скайпа близости. Только не хочешь, что она в жопе. Так. Где? Что за... Щербинин! Чего? Ты, то есть, не разозлён? Я видел, ты тупой. Я, да, дай лучше я даю, пожалуйста. Нет. Ага, потом меня выкинешь в машину и... Я тебе отдам машину, ты заедешь аккуратно в гараж. Нет, ты хуёво будешь. Да-да-да. Да. Вот еще некоторых могу доехать без повреждений. Вот смотри, я сейчас вот... Пошёл в жопу. Не... Вот за факт это надо показать. Смотри, как я вожу. Идиот! Вот когда... Ты больной? Когда не надо, я вожу нормально, а когда вот мне нужно обязательно аккуратно доехать, я... Сука, задоебался им факом. Это твоя фишка, что ли, коронная? Ты бы еще из окна высунул, а? Похож на какого-то страуса. О, Виссернис. Музыка страуса. Блин, пипец, только встал, уже 9 утра вечера. На меня не смотри. Ты мне по... По ебальнику двигаешь. Открывай, это я. Снова очень низко. Ну я тупой, да? Цвет говна, пипец. Хотя это какое-то говно с молочным оттенком. Кто ест, приятного аппетита, простите. Ты почему? Ты воровал. Не появился. Красавчик. Сейчас опять будет фотку показывать. Тихо, Щербинин. Сейчас едем аккуратно. Не отвлекай меня на всякие факи, пожалуйста. Ну, хороший мальчик. Вот так вот. Ну, мы тогда едем. 2 километра всего лишь. Все, я еду аккуратно. Надо было тюнинговать движок. Интересно, если я тюнинговал машину Симон, как это? Ну, это прямая, ты уже знакомая, да, тебе? Сейчас с собой разговариваю, а вы...
аккуратно. Тормозов здесь нет, если что, уже поздно. Так, все, пока аккуратно. Все хорошо. Так, тут мы вместе. Никого впереди нет, все хорошо. Все отлично. Блин, вообще кого-то сзади тянется. Там сигареты ищешь, что ли? Сзади. Сидели. Все, на заднем сиденье 4 такие, ну, еще не тянется. Ну все. Ну все, мы доехали. Считай. Можешь поздравить меня. Я сам с собой разговариваю, не отпугаю, чем блин. Ты шизофреник. С этим говно не проедет, не месяц. Не месяц. Ну все, я красавчик, выпрыгиваю. Сейчас смотри, фуру прям. Давай, выпрыгай. Раз. Садись. О боже мой, а. Так нормально все, отдавай. Все нормально, да. Отстань, это эксклюзивная машина, я хочу получить за нее максимальное количество денег. Ничего страшного, идиот. Ты мог? Хотя я же виноват, подожди, стоп. Да не хватит бибикать. Ты... Сука. Пожалуйста. Сохраните, оговорите трахание свое. Можно мне еще 300 долларов сейчас потратить на ремонт? Можешь сесть? Ребят, я, конечно, понимаю, что это может вас бесить, но, по-моему, это все-таки в какой-то степени весело. Блин, как ты подлетел? Что мы дебилы такие. Потому что, блин, ты иди ты нахер. Картина носит. Вместимся. Вот сейчас я никуда не врежусь, парнем. Вот всю дорогу сейчас буду выпендриваться и не врежусь никуда. Либо врежусь наоборот смачно. Но это не важно. Еду, блин, вон сейчас одной рукой рулю, все хорошо. А когда надо, так все. Как и знал. Это GTA 4 телка, она вышла. Ты. Подожди, как я тебя объехал? Ты. Господи. Сядь, пожалуйста. Блин. Ты видел, что с дверью было сейчас? Да ты. Ничего не было. Да. Ты грузовик ее закрыл, ты ее открыл, потом закрыл заново. Нормально. Все хорошо. И главное закрыть дверь самому. Вот смотри, вот все, вот, не отпускаю вообще газ. Еду до мастерской, не отпускаю газ. Смотри, будет что-нибудь интересное или нет? Уверен? Опять, ты понял, да, кто это там? Заебал уже. Почему он опять здесь? Что это стало, что ты подстал? Все, полный газ. И меня можешь флаками отвлекать, чем угодно. Я вот уверен, сейчас мне пофиг, потому что я знаю, что я сейчас починюсь все равно, у меня их ничего не будет. Гениально, давай комп подсыпем еще. Ты видел, что там? Не надо! Мы так ее вообще... Что ты сделал? Они теперь... Ты чё, блин? Рабочий! Рабочий почему упал? Я же его не сбил. Ой. Зачем подставу организовал? Он мне просто по небу занялся планкингом. Ты идиот, что ли? Алло. Да, полки. За грузовики против меня зачем надо? Просто они взяли все и начали поворачивать на меня. Поворачивай. Блин, ты достал меня преследовать, идиот этот тупой! Ты можешь его убить уже, не знаю. Он достал уже, слушай, везде. Все, тихо, ты его напугал. Я думал, он больше не выпрыгнет. Отстанет, он сейчас копы подцепит. Неужели? Фу. Ну, надеюсь, что пятого раза уже не будет, потому что реально, он сейчас пороть будет только все. Ребят, это опять мы на своем калище. А если что за придурки приезжают на этом? На хаммере цвета говна. What's wrong with her now? Сибин, пожалуйста, сделай все хорошо. Все. Сейчас мы едем. Аккуратно. Сейчас все будет хорошо. Все будет замечательно. Никто нам не помешает. Черпинем. Я все вижу. Даже... Он перекрасился? Можешь не рвать, а, пожалуйста? Тихо, все. О, он маскируется, тихо. Не, он не стал мешать. Почему опять левую? Потому что ты его... Да это не он, не. Это пули будет только что.
Сейчас он опять перекрасит, говорит, опять появится в порту где-то. Пожалуйста, молчи. Ничего не должно случиться в этот раз. Я уже все, чувствую победу. Вон он перекрасит. Тихо, нормально, видишь он? Уйди нахуй отсюда. Это крыша просто исподнят. Не, все, ты его спугнул, слава богу. Jetstream терминал. Ну сейчас, пожалуйста, не выпрыгивай, не надо мне сейчас сальтухи. Сейчас он в воду выпрыгивает, я представил. Я не хочу, из него потом хер выберешься. Это он, думаешь? Это он. Сходит и крыши, да? Едь! Тихо. Что? Все. Нет, наверное, не он, потому что он не помешал. Фух, ну неужели, Щербинин? Он уже работает, он сейчас грузика повернет. Я, знаешь, заезжаем, он нас расстреливает тут. И сейчас дверь не поцарапал. Nice. Именно то, что меня сейчас чуть не убил. Ну сколько? Ну, надеюсь, да, на хорошие деньги я все-таки наработал. Нет, если дадут 2000. Спасибо, что по воздуху дают. 10670. Только столько же дают за бойлер. 9000. Я блоха сидел. Идет? Ты, по-моему, как раз бичит стекло? Садись. Ты как? Ты я еще не достал даже в салоне уже. Ногой своей. Можешь сесть? Я могу. Нам нужно переодеться. Только это приора. Если и это приора, если бы у нас приора так выглядел, я бы его купил. Наверное, все-таки. Че, переодеваться? Ну давай. Фух. Поставь метку, пожалуйста, на перевод. Сейчас. Ты ничего не видел? Да, видел я. Дебил. Ого, он открылся. Поставь... Чё? А, я думал, что мы так тоже выйдем туда, куда нам надо. Машину сбежать. А! Хорошо, что это был не он, потому что... Что? Что? Прям кодик, ладно? То, что сейчас... Он испугался двери? Скажите. Он бежал, сейчас разбегать. Ребята! Больше не... Что? Я не думал, что там обрыв. Блять. Ты чё по старичке поехал, да? Потому что я тут все время еду. Это как этот мост Лос-Сантос Лас-Вентурес. Я понял. Так здесь вот тут. Удобнее. Стоп, мне этот мост напоминает СФ. Да ладно, правда что ли? Поехали в Джизи клуб вон туда. Он теперь называется Сайбрус. Где Джизи клуб? Не. Алло. О, вот это побыстрее, кстати. Вот это слева какой-то. Вот эти, кстати, тут сидеть, по-моему, можно. Чего? Ну, Кео, вы заплатили механику 50 баксов. Ну что? Да, и за рабочий день. И ежедневно, да, 50 баксов, по-моему, получил. 150 рублей? Как минимум. Там все прыгнули. По 3000? Да. 50 на весь полтора. Что за мусор не будет, да? Не, значит, не может быть. Да. Что? Там стол бы пил кто-то. Мусор? Чё играет у нас? Не знаю, ага. Ты закурил? Нет. Я вижу. Я только что играю завис. Как я закурил? Идёшь, что ли? Только, пожалуйста, чувак, будь очень плохой опыт с теми людьми, которые меня не пропускают. Спасибо. Давай только не шали в магазине, потому что хорошая одежда. Ты чё меня двигаешь? Подожди. Ты офигел? Вы можете возродиться в другом месте и убить себя. Спасибо. О, за совет. Да, можно одеться? Так как я буду ездить на байке еще. Давай рубашки. На меня не смотри, пожалуйста, ладно? Не смотри на меня, не надо, пожалуйста. Не смотри на тебя. Меня пошлёшь. Все, это моя одежда, все. Голенький, что ли? Ну, здесь ощущение. Так ходи. Во,
Все. Так, какие тут рабочие брюки? Да, в шортах поеду. Я похож сейчас на этого. Дебила, короче. А, блин. Я, конечно, не люблю светлые джинсы, но... Они мы здесь идут. Ладно. На, переодеться. Нормально. Сейчас что-нибудь возьму. Так, кеды. О. И шляпу надо снять, эту дерьмовую. Где шляпа-то? Подожди. Ладно, очки, все нормально. Бетономешалка мешает бетону. Ты знал бы? Ты сейчас к чему вообще? Не знаю. Когда я открывал очки авиатора, я надеялся увидеть здесь это. Летчик очки. Говно какое-то одно, эти не очки. Стрелковые. Хотя подожди-ка. Красненькие. Хотя нет, они ужасные. Где там мои-то? Спортивные? Да, да, спортивные. О, черный сурбан. О, не, нормально. Так, мне нужна шляпа. Ты так выходил? Ну, нормально, о чем? Кстати. А я? Это если что? На байке кататься новым красным. Где же шляпу, не подскажешь? А, не знаю, сэр, я тут не работаю. Вот тут, по-моему, головный убор. Вязаные шапочки. Господи. Там мне нравится, там есть шапки, которые доступны будут с 70-го левела. Гениально. Кепки хулиган. У меня такая есть. Такие очки, эти очки дорогие. Где бобер какой-то? О, нормально. Вот теперь на Глеба похож. Очень похож. По-моему, лицо сейчас Глеба похоже, не? Хоть как-то еще. Он помешан на Глебе? Нет. Ну что, а где шляпа? Заканчиваем что-то серию или еще покатаемся? Наверное, еще. Ну сейчас я погоди, мне надо. Хочу прогонять магазин. Сейчас. Стоп. Все-таки насчет. Зацикл там где? Что? Что происходит? Можешь быстрее? Я просто сейчас загрязняю атмосферу этого магазина. Я тебя очень прошу. По Сандре есть что по это? По семенам там нет? Спортивки надо было купить, идиот, а не джинсы. Там есть спортивки. Прикс, быстрее иди. А я такой тоже, кстати, на гопника смахиваю. Хотя я больше байкер, чем гопник. Все равно ничего такого. Спортивные брюки. О, новая тачка. Что-то... Есть черная. Что-то охрен. Где моя бита? О! Супер! Слышь, есть что? Во! Смотри! А у меня бита, у тебя есть бита? Да. У меня есть ножик даже. Смотри. Ну чё, бля? Чё, ты чё? Это в Сити, да, еще дало мне? Даешь ты мне там, а? Тизюлей-то. Да, ну. 105 баксов, спасибо. 145? 105 баксов тебе дал. Может, давай одну гонку, короче, и все. Гонку? Да, неожиданно, да? Сдернем просто всех, мы что, пацаны, все нормально. Илья как пидор выглядит, кстати, там многие писали в комментариях. Мне, кстати, тоже так кажется. Вот я вот настоящий пацан с района. Это реально. Мне надо еще какую-нибудь наколку надо кинуть, слышишь? Да нет, слишком. У тебя денег не должно быть на наколку. Сейчас я выберу гонку. Гонку послушаю, срезаю углы. Срезаю углы. Так, тихо. Парковка. Я начинаю делать, сейчас тебе инвайт кину. Здесь кину, точнее. Здесь мне не кинет сессию, которую тебя не приглашают. Все-таки GTA 5 это офигенно, да?
Это единственная игра, за которую можно дать 2600 рублей на PlayStation. Вот, угу. И ни за что в жизни бы не купил никакой Beyond Souls, как Илья, или чуть. Дорого уже больно, как-то 2600. Хотя чё уж говорить, я потратил на этот, на GTA 5 приглашён ты. Угу. Быстрей. Успеешь? Надеюсь. Так вот, чё уж говорить, я потратил на PlayStation, на GTA 5, на карту захвата. Ходит. Ну чё, сдрючим их? Я вошёл. Карта как выглядит? О, ну это фигня, слушай, надо на меня спасибо ставить. Написано, у меня. О. Компактные машины. Посмотри карту. Не на могу. Меня ставим, короче. Не буду ничего ставить. А чё так? Не хочу. А я самодовольный кретин. Алло. Я тебя хочу. Ух ты. Господи. Чё брать? Правее, правее. Либо Иси, либо. Иси. Я возьму Иси. Для красных людей красная машина. Брат за брата, за. Блин, как у меня этот, блин. Че? Да пирс мы убивает меня теперь. Я 2500 на себя поставил. Мне осталось, по-моему, всего там 25 тысяч, что ли. Гениально, 500 тысяч всрать. Инструкция по всиранию денег. Угу. А с Булкина. Я стартую без палева. Первый или какой я? Второй. Второй. Я третий. Ну это очень обгоню на привычку. Электрокары сосуд. Мы так, это еще, давай, еще. Мы доказали еще в этом. Гран-туризм. О. Погнали. Тихо, тихо. Слип-стрим, что ли, пойдешь? Что, он офигел, что ли? Ты. Я поеду в покой. Пока, ребят. Пока. Пока. До свидания. Блять. Ты улетел? Меня развернули. О, что-то я рискованно сейчас. Блин, он же в слепстрим может пойти. Я надеюсь, что он так не сделает. Блять. Слепстрим, слепстрим. А, он тоже не босс. Я время потерял. Блин. Надеюсь, он не. Ох, ё-мо. Фига тут повороты. Там, да, там очень аккуратно. Так, слип-стрим. Блин, он слип-стрим идет сейчас. Фига себе. Фига себе тут, Чербина, это не простая трасса. Угу. Меня развернул, он меня развернул. Чё, идиот, что ли? Так, сколько кругов? А, три круга, да, он сейчас соснёт. Угу. Пока, я пятый, у меня колесо сломалось. Ладно, восстановиться же можно, вам держать другой. А, насрать. Я уже последний. Смотрите, можно лежать любой. Я понял, но я все равно последний уже. Я пока восстановлюсь, я не смогу догнать. Ну, с ним все время. Главное, что мы с ним вдвоем еще там соперничаем. Ну, все идет, просто. Лол. Как я пролонговал, кому понравилось, спасибо. Ну все, как главное, все, я трассу запомнил. Моя аккуратность меня не подведет, надеюсь. Моя аккуратность. Не, ну трасса забавная. Она с виду легкая была, а тут такие повороты резкие. Тут вообще круто. Представь здесь. Ой, я в интерну слышал. Уфаки. Что-то мне кажется, я не выпущу за него. Повороты эти. Ай, чувак. Ты офигел, что меня резать, урод? Я гламурка. Ты потом после гонки со всеми разберешься. Я их вырежу всех. Ой, я ошибся. Я думаю, что мне дали. Трафик, дебил. Никогда не любил гонку посторонней машины, которые мешают ехать. Без них было бы скучно. Представь, ты едешь по пустой дороге. Когда в Need for Speed проебываешь за ней. Представь, ты просто едешь по пустой дороге. Отлично. Вот, ну, вот я в Gran Turismo любил за то, что там не было посторонней машины. Минута 12. Все? Кончилось это? Ну, 0.8. Ооо. Еще что надо, блядь? Ты что, уже на третий круг пошел? Круг-то. Три. Я последний, катаюсь на эту прошу. О, меня догоняют. Лишний кожа, 22. Интересно, читы еще есть? Уже есть? Что, есть?
Еще. Значит, там квадратик вверх, вниз, треугольник, лево и радио. Там что-то мне в комментариях писали читы люди. И там типа пишут, они ломана не работают. Да, да. Они работают. Никак в жизни будет сюда в онлайн. Играть в онлайне с читами, это как вкусно. Понял? Совет чемпиона. Я третий. Я двоих одновременно обогнал. Я ненавижу читеров. Читеры горят в аду. Кто согласен, пальцы вверх ставим. И подписываемся на мой канал. Ищем его канал, да, где-то? А, и это. А ничего, что как бы я потом видос буду записывать, где я... Где ты читеришь? Да я уже читерю. Где? Ты меня зря не поставил, мальчик. Я же тебе говорил, а ты... Девочка. Ого! Я недооценивал гонки. Понятно, короче, Илья с своими миссиями всех уже заколебал. Мы полчаса тратили на миссии, тут мы поездили минут 5. Я получил почти 7 тысяч и больше 1600 опыта. Так подожди, а со ставок-то что-нибудь пришло мне? Или опять что-то я туплю? Опять ставок не было, да? Все? Эх, и опять Дэвид. Ну чё, ребят? 260. Мне вот нравится. А тебе? Я еще... Ты третий? Да, я двоих обогнал, они там трахали, знаешь, как нормально в гараже. А, этот в итоге последний пришел ты. Который мой соперник. 24 левел, сам последний. Yes. Как я. Давай еще одну. Не, не хочу больше. Издеваешься? Я хочу уже в фрирумчик. 5 минут и все. Фрирумчик? Мы пока по фрирумчике сконнектимся с тобой. Я уже хочу. Погоди, стой. Шумный клуб. Есть стрелка? Я сел. Да, да. В клубе перестрелка, наверное, будет сейчас месиво. Ну, блядь, еще один проголосуй, может, да? Ты не будь, да? Он мог выйти, как ты это обычно делаешь. Кстати, да. И все из-за этого мы теперь висим. Эх, патрульный, не шуми копытами. Посидим пока ВКонтакте. Ты идиот, я тоже зашел ВКонтакте. О! Он ушел. Четырем, четырем. Я так говорю, он это. Урод. Шалун Мартыныч. О, сейчас присел. Ну что, тащить будем? Да. Друг друга убиваем? Хотя там нет, не будет времени это убирать. Чего ты говоришь, друг друга не убиваем? Не убиваем. Это, а друг командная будет сейчас? Или там не командная? Нет, там не командная. Ну четвером это будет сейчас, конечно, жестко. Надеюсь, он догадается поставить ненадолго что-то там. А, хотя здесь. Ну поехали. А, я хост? Обычный. Я поставлю сколько? 15 убийств? 10? Да, поставь 10. Лимит времени 15 минут. Так. Поехали. Фига себе. Вот сейчас у меня какой-то Глеб справа. А, Ирвин X. Ай, посмотри. А, командная будет перестрелка? Конечно, не командную поставил. Командная написано тип. Ну, давай только с тобой. Посмотрим сейчас. Надеюсь, что не команда. Нет. Видимо. Так, я готов. А, у меня же... О-о-о-о! Нет, не начальный, стоп, подожди. ПП, о-о-о. Теперь готов. На меня никто не поставил? Я сам на себя поставлю. 1000, ничего не вижу. У нас 19 тысяч почему-то. Было вроде 20. Ну ладно. Странно писал, что тип командная перестрелка. Ну ладно. Все хорошо. Шумный клуб. Шумный клуб. Это мешалка мешает. О, это клуб? Это нас распределили. Отличный клуб. Сделал слишком мало стало. А, то есть понятно. То есть даже так, да? Окей. Сучки. Сейчас получится у меня. Ты где? Ты. Что? Мы друг друга? Я ему ХП как раз снял. Я никого не вижу. Ну, у нас 4 человека. Попробуй побегать с этим. Почему я сам красный на карте не вышел, интересно? Бетон, мешалка, мешает бетон. Мы превратили в рушлак. Тихо, это я. А, я давай. Вот он. Убить более... О, плюс 500 РП. С разрывом 10 секунд. Я понял. Меня с двух сторон мочит.
здесь. А ты был, что ли? Ну я тебя там, да. А почему ты с пистолетом? Убежал. Вот я не знаю, наверное. Блять. Ну. Ирвин как-то неплохо стреляет. Ну да, он меня завалил. Я был хотел с этим. Остань. Я никого не вижу. Из-за того, что тут огромная какая-то локация, мне никого не видно. Убил Ирвина. Нормально. Там за тебя кто-то появился. Я вижу. Откуда он был? А, ты был. И за тебя там один. Ох, до 10 убийств это быстро сейчас будет. Надо борьба. А, чувак, спел. О, что за таблетка? На карте. А, тестостерон взял. Что дает? Не знаю пока. Ребят, напишите комментарий, кстати, если не успею понять, что он дает. Булшарк там же. А, ну да, я не успел понять, я сдох. Объясните мне, что дает эта таблетка. Типа урона больше наношу. Да, может, РП больше дает. Ну, по крайней мере, я ее срал очень элегантно сейчас. Ирвикс, наверное, сейчас выиграет. Или как его там? Ай! Кто меня такой косой не может убить? Не туда ест. У вас пока с Ирвином. Ого. Слышь? У меня? С Ирвином? У тебя опять уже. Да. Ты лидируешь. Блидирую. Уже нет. Я не умею так. Элегантно. Откуда он? Фига он так-то стреляет, блин. Кто, Ирвин? Вообще он. Он как-то очень быстро убивает. Не знаю, мне нормально. О, таблетка. Я даже не успеваю нацелиться. Я таблетку новую нашел. О, Ирвин. Убил. Нет. Так, тихо, дай проверить таблетку. А чё? Стой! Дай проверить таблетку. Да блин. Еще. Не охереть. История. Офигеть, да, вот именно. Отличная таблетка. Патрон тут жалко очень. Кстати, да. Тратить. Чё ж дает таблетка? Где все? Ребят, вы этого не видите сейчас. Ай, кто? Не, по-моему, урон больше, слышь? Сил. А у меня кемпер. Ты... А, ну у тебя ж... Доминирование. Что? Осталось время, что ли? А, вот у меня БСТ кончился. Серебро Жень, спасибо большое. А, все? Да. Прикольно. Не, нормально. Задача выполнена, убить. Ачивку дало. Сколько дадут? О, деньги хорошие. Сколько тебе дали? 1300. 3900, 325 опыта. Ну что, ребят, на это, наверное, хватит. Да. Всем спасибо за просмотр, удачи и держитесь на нашей волне. Пока. Угу.